Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить «Призрак Цусимы». Да, я самурай. Но я готов пожертвовать всем ради дома. Итак, мы остановились на том, что я пошел на захват замка, но встретил Рюдзо. Пока он меня отвлекал, Дзина вырубили. Как только Дзин очнулся, оказалось, что схватили не только его, но еще и Таку. И это был Хотун. Хотун разговаривал с нами. Он предложил Таки убить Дзина. Ну, Дзин, естественно, не согласился подчиняться ему, поэтому он предложил Таки убить его. Таки отказался, напал на Хотуна и... Хотун его убил. Отрубил голову прямо на глазах у Дзина и сказал: «Пойду искать другого твоего друга, пока ты не согласишься». Я забрал свои вещи, свою катану, свою броню. И теперь я готов сразиться с этими ублюдками. Вперед. Ну, сразимся! Грязный! Ты простой глупец! Без пощады! Дайте ему сбежать! Вы заслужили смерть! Я тебя учил, бестолочь! Это за Таку! Окружай! Сколько же вас? Давай, атакуй. Кто следующий? Ты? Не пожалей. Ну давай. Черт возьми! Попался! Конец огонь! Ну уж нет. Да! Проткнуть, тварь! И... все. Нет! Убей его уже! Хотел проткнуть под конец. Не вышло. Фу, ну не так, конечно, круто, как можно было бы. Очень мало парирований. Но что-то... пока что еще не поперло. Знаете, бывает, вот попрет, и ты прям оп-оп, парируешь прям вообще по красоте. А бывает, что... сложновато идет. Да, можно было еще пользоваться, кстати, приемчиками всякими там. Кунаи кидать и все прочее. Но я хотел победить засранцев без всего этого. Просто один на один. За Таку. Это было за Таку, ребят. Без бомб, без вот этого вот всего. Вышли. И один на один против шестерых победили.
Неужели это все? Ну не может так все закончиться. Я должен встретиться с Рюдзо хотя бы. Хотя бы. Это не месть за атаку. Он заслужил большего. Неужели я только в третьем акте смогу отомстить за него? Не хотелось бы. Ладно, надеюсь, сейчас мы встретим Рюдзо. Дин! Юна! Хан уехал прочь, с ним Рюдзо. Где Така? Он ведь здесь? Он написал, что пошел за тобой. Так где он? Нет. Нет! 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 Юна, стой! Така! Ему здесь не место! Почему он не послушал? No! Хотел, чтобы ты гордилась. Нет, он хотел быть как призрак. Зачем ты его потащил? Я не хотел его брать. Он пытался помочь. Как и всегда. Я его тут не брошу. Тогда порвем их вместе, Юна. Тварь, не беси меня. Почти собаки уже заманали. Куда? Куда ты пошел? А, опять эта псина, боже мой. Прикончу тебя, тварь. Чего, куда ты за мной идешь? А, щитовики, давай уже, самурай. Помоги мне! Сюда! Ты
Я рядом, держись. Помоги мне! Пробить. Есть. Только камня. Есть. Да сейчас. Я убивал тех, кто лучше тебя. Ну так попробуй. Не то. Есть. Да ладно, вы что, серьезно? Стойка! Призрака! Все, это последний. Соломенных шляп больше нет. Рюдзо один. Но он живой. С ханом. Здесь уже делать нечего. Мне надо похоронить брата. Я помогу. Я не хотел, чтобы так вышло. Прости. Я клялась о нем заботиться. Уберечь. Не ты виноват. А я. Нет. Виноват хан. Рюдзо. Все монголы на острове. Помоги мне их убить. Помоги отомстить за Таку. Бессмысленно уезжать, когда у тебя никого и ничего нет. Осталось лишь сражаться. Вернись в лагерь, дядя. Отдохни. Встретимся там. Он встретил смерть. Храбро. Он всегда был храбрым. Жаль, что так заканчивается второй акт. Найди, начните. А, он не заканчивается-то? О, май! Я в шоке. Я думал, что у нас так закончился второй акт. Ну, это же вообще как... Теперь мы с Юной, и ей уже больше нечего терять, к сожалению. Отправляемся на... Атаку на замок Симура. В атаку на замок Симура. Соломенные шляпы разбиты, но цена победы оказалась слишком высока. Рюдзо сбежал, а самое главное, Така погиб. Я отомщу за его гибель. Господин Симура собирает людей в военном лагере перед битвой. Мне нужно поговорить с Юной. Да. Что ж... Оберег бойца. Кстати говоря, здесь врата Тории есть рядом, которые я не прошел. Интересно.
Отправляйтесь в лагерь. Ну, Юна как бы здесь, у могилы Таки. Подождите, разве я не проходил эти врата? Кстати, по-моему, нет. Там мост. Подождите. Ну да, не завершено, если что. Так что... Давайте пойдем, сходим, пройдем. Здесь вроде можно спуститься или нет? Или... Да, здесь можно попробовать. Вау! Какой... Чё, реально можно с любой высоты теперь прыгать и просто перекат делать? Так. Ну, это точно не к святилищу. Это... Вот здесь путь к святилищу. Спускаемся. Это Тис. Воу. Они хилые так. Посмотрим, что за оберег бойца. Вдруг хороший какой-то. Ну, в конце, кстати, взорвал я их четенько. Я надеюсь, вам понравилось. Я не ожидал, что будет такое. Походу, там рядом был... Блин, капец. Я вообще-то нажал зацепиться, а он не зацепился. И я каким-то чудом еще жив. Ну ладно. Я не думал, что там еще что-то взорвется. Я просто кинул куда-то в толпу. Потому что время-то не останавливается, когда ты кидаешь эти бомбы. Так, подожди, а что у нас здесь? Там же нет воскового дерева, надеюсь. Не хотел бы я его пропустить. Ну да, нету. Так. Рванули они знатно. Мне сразу стойку призрака дали за кучу убитых. И добили последних. Было классно. Тяжело очень получить стойку призрака. Ну, она ваншотит. Но ваншотит тоже троих, знаете. Не всех подряд. Опять же. То есть это... Не супер такая тема, которая прям из любой проблемы вытащит. А стоит мне туда вообще прыгать? Я думаю, да. Видите, как грамотно они поставили здесь цветы. То есть, с одной стороны, тебе вроде не особо понятно, что нужно сюда. Какой-то странный маленький островок неприметный. Вдруг не сюда. Но то, что там растут цветы, значит, что туда можно попасть. Вот это тонкости геймдизайна. Как вот дать понять игроку, что туда ему нужно, но при этом не вести его прям метками... навязчиво. Вот здесь, кстати, восковое дерево. Посмотреть, что у меня там, сколько у меня сейчас припа... Да блин, что ты делаешь-то? А, 450. По-моему, мне хватит наконец-то, чтобы катану улучшить. Я хочу все-таки катану улучшить, потом доспехи эти, ронинские. Облачение ронинское. Что-то я не пойму, здесь нету воскового дерева, а что я сюда пришел? За мешочком с припасами? И все. Маловато. Маловато. Маловато будет. Маловато. Оп. Ёлки-палки. Ну, думаю, мы уже скоро придем. Что-то долго лезу. Поэтому предполагаю, что мы уже на месте. Вообще, конечно, с одной стороны, это было бы слабое окончание второго акта, да? А... С другой стороны... Как бы... Ё-моё, как хорошо, что я не упал. С другой стороны, у нас такой персонаж погиб. Ну, мощно делают сюжет. То есть, прям...
если у нас какое-то серьезное событие, как завершение акта, то это должно быть что-то действительно мощное. Так, это же спуск, да? Или нет? Куриваю. Так, давайте, нет, наверх. Нам, мы идем наверх. Это явно спуск какой-то. Вот, наверное, восковое дерево. Нет, это тис. Я вы спрятали еще одно восковое дерево. Ладно, давайте сначала помолимся. В общем, доспехи Госуку, как я сейчас... Ну, да, давайте обсудим оберег. Ошеломленный враг в течение 6 секунд не может прервать атаку в ближнем бою. Типа, мою атаку? Ошеломленный враг в течение 6 секунд не может прервать... Ну, по-моему, круто. Давайте поставим вместо амуцерацию. Ну, типа, восстанавливать немного здоровья. Меня и так убийство ошеломленно восстанавливает здоровье. Давайте поставим вот этот. Надо бы сделать 3 ячейки было для большого, 3 для малого, а то у нас 4 для малого, 3 для большого. Ну, ладно. Так. А здесь все. Помимо воскового дерева, которое надо найти. Вот оно. Отлично. Так, ну, здесь должен быть спуск. А хотя нафига мне спуск вниз? Так, все, давайте отсюда телепортироваться. Могила Таки. Ого, это прям особое место теперь есть. Классно, что они это сделали вообще. Вот в Red Dead не было могилы... Ну, я надеюсь, не спойлер. Если что, вы не проходили Red Dead, обязательно не слушайте сейчас. Red Dead Redemption 2, я имею в виду. Там не было телепорта к могиле Артура. И это было не очень круто вообще. Ты типа сам должен искать, где она, черт тебя знает. А тут вот удобно. Что ж, давайте снова от лисьей норы. Сюда! И... Хороший мальчик. А в какую сторону? Угу. Подожди, вниз, что ли? Не пойму. Куда дуть? Наверх, наверх. Но! Закрутился я, бедняга. Надо будет сейчас улучшить катану. Наконец-то. Да. Слишком долго мы тянули. Потому что я что-то все на броню, да на броню тратил. Кто такой? Я господин Сакэй. Вас прислали нам на подмогу? Да, это так. Я Садамуне, глава клана Ога, знаменосец Сёгуна. Добро пожаловать. Благодарю, господин Сакай. Получив послание, Сёгун немедленно отправил нас к вам. Ваш дядя только что отдал приказ. Мы разобьем войска хана и прогоним монгольских захватчиков из замка Симура. Прекрасно. Собирайте людей. Сперва мне нужно кое с кем встретиться. Буду ждать вас у северных ворот. Отправимся к вашему дяде вместе. Отлично. Меня вообще удивляет вот эта тема с Хотуном. Мы как бы отбили часть острова. Но при этом... Взгляните на товары, Хотун не хочет... Блин, чё же у меня шкур-то так мало отстоит полный. Хотун не хочет взять и немножко вернуться назад, чтобы поиметь нас всех там. Нет? Никакого желания? Это ж прям было бы логично. Нельзя поговорить? Можно. Вижу, ты весь в трудах. Надо ведь подготовить таран к битве. А то, если он в самый важный момент возьмет да развалится, так мы за стенами останемся. Был бы у нас такой в бухте от Заму. Что? Телеге вам не понравилось?
Не люблю запах саке. Юна мне сказала о Таке. Этот малый был куда храбрее меня. Если бы Така был здесь, он бы с тобой поспорил. Что ж, постараюсь его не подвести. Да, жаль, конечно. Желание поговорите с остальными соратниками. А вы бы мне отметили, что ли? А то мне их разыскивать не очень круто. Господин. О, Норю, я сегодня делал твои допки, но да. Норю, тренируешь наших новобранцев? Еще нет, господин. Мы только что закончили медитацию. Самураи, жители Ярикавы. Перед боем всякому необходимо настроиться. Принять то, что жизнь мимолетна, а смерть неизбежна. Мудрые слова. Помедитируешь со мной? Сочту за честь. Прошел год. Спасибо, Норио. Да хранит вас Будда, господин Сакай. Не, ну серьезно, а что они там 5 минут медитировали? Я сомневаюсь. Так, где еще двое-то? Я не пойму. А, во-во-во. Дзин, не знала, что ты вернулся. Надеюсь, вы щадите их, госпожа Масаку. Нет, но они справляются. Крестьяне Ярикавы сильнее, чем кажутся. И упрямее. Упрямее вас? Вот уж нет. Эти люди презирали кланы Сакаи и Адати. Но теперь они здесь. Все благодаря твоему подвигу в Ярикаве. Я их не подведу. Как и я. Хорошо. И? Кто у нас последний? Кем я не поболтал? А, во-во, вот же он, господи, точно. Вот и ты, господин Сакай. Сенсей, смотрю, вы уже встретились с союзниками. Знаменосцы Сёгуна славные бойцы, но даже им будет полезно поупражняться в стрельбе. А крестьяне? Неплохо. Мастерства мало, но талант есть. Из ваших уст это похвала. Ярикава была оплотом Цусимы. С ними мы быстро обратим монголов в бегство. Если потренируемся месяцок-другой. У вас есть час. Тогда прекрати меня отвлекать. Месяцок-другой. Эх, хотелось бы нам иметь месяцок-другой для подготовки. Друзья, давайте быстро метнемся к оружейнику. О, дары еще доступны. Кайф. Мы почти апнули легенду на еще один уровень. А, слушайте, у меня же очки техники, которые я не потратил. Я думаю, многие из вас же такие, блин, когда ты уже прокачаешься? У тебя же очки не вложены. Так, давайте в стойки вкладываться, как я и планировал. Тайфун отбрасывает дальше, это мне неинтересно. Давайте, все-таки щитоносцев не так много, как вот обычных. Стойки камня, поэтому стойку камня мы апаем сейчас на полную. Вот. Сильные атаки и стойки камня с устрашающей скоростью. Ну вот и отличненько. 3 пронзающих удара, кайф. Ну потом будем качать что-нибудь другое. После... Тайфуна будет урон ошеломлением, копейщики, автоматически парируете атаки копьем из любой стойки ветра? Что? Серьезно? Автоматически? Ого, нифига себе. Это прям очень было бы неплохо. Враги, отброшенные тайфуном, падают на землю. А, можно их потом прикончить просто. А здесь что? Много ударов, очень много ударов. При использовании умения шквальный удар, каждая последующая атака наносит больше урона. Ага, ясно. Ну, стойку луны, я думаю, мы откроем в третьем акте. Так, где оружейник? Где оружейник? Кажется, он был... А, вон он. Я вижу. Позвольте мне заточить вашу катану, господин. Да, заточи ее полностью, сынок. Блестит, как зеркало. Вот. Она даже не прогрузилась, а он ее уже заточил. Как я сегодня. Прошу прощения, твои чипсы. Но этого не хватит для работы. 600 господин. Припасов, 2 золота. Вот только стали у меня много.
натырил где-то. Железа не хватает. Все, я хочу потом улучшить все-таки снарягу Ронина. Чтобы урон был 30%. 30% неплохо, согласитесь. Очень неплохо. Увеличенный урон в ней. А то сейчас она у меня только по стелсу максимально прокачана. И все-таки, наверное... А? При чем тут Норио вообще? Ладно, пойдемте. У нас как раз рассвет. А это и не дверь. Время начинать последнюю битву. Я думал, что она была до этого. Нет. Это была лишь прелюдия. Пора, Юна. Самураи здесь. Все готовятся к битве. Ты хоть поспала? Не могу. Понимаю. Ты потеряла брата. Он верил в тебя. Теперь верит и вся Ерикава. Ты сражался за них, когда все отступили. Они рискуют собой за призрака. Я отдам жизнь за народ Цусимы. И за тебя. Надеюсь, не придется. Береги себя, Юна. Меня ждет господин Ога. Встретимся в бою. Слушай, пойдемте поговорим с господином Огой. Нифига себе, чувак шпилит. Притопил. Господин Сакай. Господин Ога, где дядя? Ждет вас на вершине холма. Клан Ога почтет за честь сопроводить вас к нему. Буду рад обществу. Долгая история? Конечно. Не будем заставлять хана ждать. Прекрасно. Это то, чего я ждал. Интересно, насколько долго? Вы достойны похвалы, господин Сакай. Спасли дядю. Привлекли на свою сторону Ерикаву. Пусть они не самые умелые воины, зато надежны. Тогда и я им поверю. Правду говорят, что в народе вас прозвали призраком. Когда самураи погибли, людям нужна была надежда. Самураи снова здесь. Пора забыть о сказках и вновь начать следовать законам Сёгуна. Сперва спасем этот остров и людей, которые зовут Цусиму домом. Политикой займемся, когда убьем хана. Да, господин Сакай. Вот-вот. А потом призрак бессмертен. Господин Симура, ваш племянник здесь. Тин, сюда. Это не он. А где он? Внутри, что ли? А, он наверху засел. Ок. Я думал, стоит, смотрит вдаль. Он стоит наверху и смотрит вдаль. Это совсем другое. Хвалю тебя, Дзин. Теперь нам хватит людей, чтобы вернуть замок. Соломенных шляп больше нет. Но Рёдзе и хан сбежали. Хотели, чтобы я вас предал. Ты говорил с ханом? Я был в плену. Если бы я знал, то отправил бы все войско вызволять тебя. Юна помогла мне. Ее брат. Он погиб с честью. Хан сполна заплатит за его смерть. И за все, что ты пережил. Дзин, Сёгун поддержал мое решение усыновить тебя. Когда остров будет свободен,
ты станешь наследником клана Симура. Не как призрак, но как самурай. Я не подведу вас, дядя. Сегодня мы пойдем в битву, как Сакай и Симура. Завтра отпразднуем победу, как отец и сын. Самураи гордятся, что следуют правилам. Живут в них, как в клетке. Предсказуемые, уязвимые. А вот призрак свободен. И потому опасен. Это наш час, Дзин. Судьба всего острова зависит от этой битвы. Мы покончим с ханом. Вместе. И доставим его голову Сёгуну. Воины Цусимы! Сегодня мы победим Хотунхана! Вернем замок клана Симура и вышвырнем монголов из своего дома! За господином Симурой! Мы победим! Ну, понеслась. Не отступайте, сражайтесь. Есть, сейчас размахал стоножемёт. Ну, мы не сможем победить Хотунхана, мы не сможем его победить, потому что, мать его, у него здесь нет, он же сбежал. А, нет, стоп, или он в замке все-таки? Есть. Прорываемся! Вперед! Ой, господи. Воу-воу-воу-воу-воу. Это вам за моего брата! Тихо. Ты сбил мою серию, тварь! А, еще и лучники эти ушлепские. Я тебе сейчас дам, Даша, блин. Ух, Дашенька башку свою получит сейчас как. Да я же перекатился уже, у меня сбросится должен быть огонь, что творится. Вот тварь, а. Быстро. Воротом! Прорвемся внутрь! Ха-ха! Да, это не так-то просто. Голов своим нас не одолеть! Лучники, я вас вышираюсь! За клан Адати! Зарублю тебя прям тут. В твоем долбанном чуме. Расчищайте путь! Воу-воу-воу! Стойка! Призрака! Есть! Ха-ха! Как вам это, монголы? Бейте, господин Сакай! Что ты, мать твою... Yeah!
свободен. Есть. Никуда ты не денешься, предводитель. Еще двоечка из той колонны наши, ребята. Воины, прорывайтесь за ворота! О, стоять впереди тарана. Убьем всех! Конечно, такое себе. Сейчас найду лучников гребаных. Где? Где? Нет? Блин, где лучники чертовы? Сразу их пойду перебью. О, прощай, моя серия призрака, мать его. Дин, сюда! Господин Сакай, на помощь! Подожди. Я не могу ошибиться! Я долго не продержусь! Блин, там Норио еще лежит! Йо! Я больше не могу! Слови в лицо, Даша. Ё-моё. Я ж не вижу, что-то происходит, как грязи баня. Ой, ё. Этот заглючил, что-то горит. Масака. Сейчас надо хоть кого-то убить. Господи. Смертный час. Какой смертный час? Релаксируй там. Встаем, встаем. Отлично. Все, что ли? Убей лучников на ворот. Я пытаюсь. Че, кто там уползает? Иди сюда. Я даже смотреть на это не хочу, что там происходит. Все, убили. Аллилуйя. Уф. Отправляйтесь на разведку 20 метров. Куда? Туда? А, сейчас. А пробить ворота там, вломиться, не? Ну, ладно. Сейчас будет. Бегите домой, псы! Эти ворота для вас закрыты! Господин Сакай! Бегите, трусы! Дзин, что ты делаешь? Расчищаю путь. Но не так же. Так нельзя. Врага надо встречать с честью, не как зверь. По-другому они не поймут. Ужас — это не оружие самурая. Душу! На башне! Они сорвут наступление! Господин Сакай, отправляйся! Уничтожь орудие, как подобает! Как я подобает! Отвлеку врагов на себя! Как подобает, блин! Ты как рядом. Подобает, иди выйди и господин слови все стрелы себе в лицо! Как подобает! А то вдруг никак подобает! Сделаешь! Какой кошмар!
Они ходят, блин, детей убивают ваших, младенцев. Нет, надо встретить, как подобает. Он как подобает убивал женщин и детей. Да, блин. Во. Господи, Даша, блин, опять ты откуда-то приперлась? Да лицо сейчас я вскрою, Даша. Блин, он себе реально под ноги кинул. Твою мать. Забесил ты меня чё-то. В смысле? Какая нахрен область истории? Я тут монголов убиваю вообще-то. Свои завалили. Кто потушил? Черт! Так, ладно, давайте-ка займемся делом. Вачку надо вынести. Где она? Что-то я не понял, а почему я должен вернуться в область истории, если... Не пойму я. Вернитесь в область истории. А как мне? Убейте монголов, стреляющих... Господи, она ж там! Быстро я его... А, ну да, я же его добил. Черт, это ж неуклонимая атака. Все, кончились монголы. Хотя на самом деле я не должен был всех этих вообще тут зачищать. Пошел вон с моей башни, Даша. Целься в монголов, бей их! Это разнос. Здесь нам больше ничего не сделать. Вернемся к остальным. Вот это я понимаю. Правильно. Красиво. Ты монголов у ворот. Твой дядя не прав. Я не могу ему объяснить. Если мы не изменимся, то умрем. Мы все еще держимся только благодаря тебе. Все это знают. Впереди еще долгий путь. Ну да.
Потому что потом придут люди с огнестрельным оружием. И вы тут со своими катанами, к сожалению, ничего сделать не сможете. Либо меняться, либо покоряться. Получилось, вы их сломили. Хан уже отступает. А теперь... Только призрака! Да! Вот тебе, Дашенька. Так, стоп, это ж Юна. Все, вроде тут еще остались, да, еще эти щитовики остались. Стойка луны открыта. Класс. Так, что она дает? Против тяжеляков, да? Чрезвычайно эффективно против тяжелых воинов. С ноги, там что-то, оп, еще рубанул, вообще красота. Три сильных удара, удерживать, крученый удар. Клево, что там будет дальше? Две быстрые атаки крученными, увеличите урон ошеломлением. Третья сильная атака из стойки наносит дополнительный урон в ближнем бою, урон ошеломлением. Три быстрых крученых ударов. Чу-чу-чу. Ай. Еще? Вперед! Да, последний остался. Вперед! Нам нужно дойти до моста! Ого, какая стойка интересная! За Цусиму! За Цусиму! Гоните их назад в море! Убить их всех! Гоните их! Насмехайтесь над ними! О, это был крученый, если что. А чё, нормально? Ё-моё. Не кажется ли, я отразил в него стрелу? А может, я просто хочу этого больше? Да, главное, чтоб сейчас дядя не видел, как я тут по стелсу их вырезаю. Мы почти добрались до хана. Осталось захватить мост и главную башню. Ах ты, урод! Душу! А чё ты с одного слёг? Не знаю. Тут последний остался. Воины, прорывайтесь за ворота! Господин Сакай, мы будем стрелять по ним сверху! Юна, нам нужен твой лук! Да, я рядом! Отлично! Вперед! Смотрите, мост! Они отступают! Что-то не так! Хан так просто не сдался бы! Должны почтить их жертву. Собери лучших воинов.
Мы восстановим мост и атакуем с рассветом. Нет. Мы потеряли многих. Если бы вы послушали... Довольно! Есть другой путь. Мы обсудим это одни. Легенда крепнет, друзья, и теперь я карающий страж. Решимость увеличена до 7. И максимальный запас здоровья. Оберег передышки. Дымовые бомбы восстанавливают 25% здоровья. А за что мне его дали? Ну, в целом-то, конечно, неплохая штука, но это ж придется мне какой-то мощный оберег заменить. У меня довольно неплохие на ошеломление там. На закате первого дня кровавой битвы наступило затишье. Господин Симура хочет возобновить атаку на рассвете, но я думаю действовать по-другому. Нужно меняться, иначе погибнем. Ну что же, смотрим, что дальше. Монголы перешли к обороне. Не дадим стянуть силы и покончим с войной. Вы послали людей на смерть. Они воины. Их кровь у нас на руках. Я проберусь на ту сторону. Отравлю врагов. Это бесчестно. Я хочу спасти наших людей. И учишь их нас бояться? Если не свернешь с этого пути, значит, ты не лучше монголов. Я учил тебя сражаться с честью. Честь. Хан предал мечу. И он должен заплатить. Тобой управляет гнев. Я пожертвовал всем, чтобы спасти людей. Дал надежду. А вы что? Дин. Нет. Довольно. Да. Ну, с одной стороны, как бы... Дядя прав в том плане, что он, как бы, следует кодексу самураев. С другой стороны, это и есть их слабое место. И хан может действовать как хочет. Он ничем не ограничен. Но при этом он знает, что... Как бы самураи ограничены, и он будет давить на это и пользоваться их ограничениями, и подлавливать их, действовать хитро и бесчестно. И, конечно, мне кажется, если не измениться, не подстроиться под врага, не действовать так, как нужно, а не так, как предполагает некий кодекс, которые писали совсем не в условиях сражений с бесчестным врагом, монголами. То нужно биться с врагом его же оружием, так сказать. Что ж, друзья, встретимся мы с вами уже в следующей серии. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.